Привет! Привет! Мы наши в гостях у Алисы Егоровны. Мы сегодня будем делать ракету. Да, сегодня будем делать парящую ракету. Парящую ракету. От фирмы «Ракета». Смотрите, да, давайте вот посмотрим. Вот такая вот коробочка с ракетой. Есть, Алиса защитные очки одела, потому что это будет у нас эксперимент научный, да? Нет, опыты. Опыты, да. Наука и развлечения. Собери и запусти свою ракету. Здесь вот набор содержит. Реактивы, пищевая сода, уксус 9%, инструкция, пусковая установка, корпус ракеты, ложка, наклейки. Так, с помощью набора парящая ракета ты можешь создать и запустить в небо свою собственную ракету. Так, мы уже делали искры в воде, да? Ну давайте, достаем. Что там есть у нас в наборе? Тут, наверное, понадобится мерный стакан. Посмотрим, что там есть. Так, коробка пустая, да? Все, вот здесь такая. Так, это у нас, наверное, пусковая установка, да? Вот это у нас что? Ложка. Это уксус. Егор, ну это показывай, что там. Крахмал. Это вот сама ракета у нас и будет. Перчатки. И перчатки. Ну, перчатки не надо, наверное. Это пусковая установка. Перчатки убираем. Это у нас что? Это упаковщик. Так. И что тут еще есть? Пищевая сода, да? Пищевая сода есть. И наклейки. Так, давай, Егор, пока вырежешь наклейки, да? А я пока буду что-то другое. Да, Егор вырезает у нас пока наклейки. Так, Егор вырезал у нас, да, наклеечки. Покажи, какие ты наклейки вырезал на ракету. Вот эту, это на корпус ракеты и три сопла. Алиса, подожди, не трогай. Егор сам будет это делать. Вот так. Так, давай теперь наклеиваем на корпус ракеты. Они тут по кусочкам. По кусочкам? Ну, отклеивай. По кусочкам. Ну, все, давайте сюда, я выкину вот эти вот, чтобы они нам не мешали, да? Да, я сама буду их наклеивать, наводить. Так, Егор сейчас все подклеит. Нет, это Егор будет наклеивать, потому что это нужно аккуратненько. Я же буду аккуратненько. Так, Егор сейчас подклеивает. Я же буду сама аккуратненько же делать. Ты будешь сама аккуратненько? Да. Мы инструкцию, не помню, показывали, не показывали, да? Вот такая вот инструкция у нас. Тут, в общем, написано, почему ракета взлетает и так далее, для особо любознательных. И вот здесь вот написан, как собирать нам ракету. Так, теперь мы сгибаем. Да, ну давай теперь наклеивай, сгибай. Я там все. Я буду сама делать аккуратненько сама. Сейчас Егор сделает, наклеит и будем запускать ракету, да? Вот это уже штучка. Так, Егор у нас наклеил, да? Нет. Все. Так, все там плотно приклеилось. Да. Вот у нас такая ракета получилась, да. Красивая, с соплами, да? Да, теперь наливаем уксус. Вот ракета. Подожди. Сначала пищевую соду. Так, эта ракета у нас так стоит. Это у нас пусковая установка. Сначала ставим ее сюда. Так, что тут дальше? Пищевую соду нужно. Возьмите из набора пусковую установку ракеты и насыпьте в нее 1 чайную ложку соды. Насыпаем соду. Так, тут же перчатки нужны. Да зачем? Ложка, это же сода пищевая. Ложка бери и насыпай. Аккуратненько только, чтобы не рассыпал. Просто так, потом то, что это какой-то опасный хит. Ну, помаленьку. Мери это, то есть не за один раз, а то ты ее сейчас рассыпешь. Я не могу. Давай. Какой-нибудь. Давай вот так бумажку насыпем. Да. Так. Все. Вот, полное. Да, все полное. Так. Чайная ложка соды у нас теперь получилась. Теперь уксус 15 миллилитров. Теперь уксус 15 миллилитров мы наливаем. Так, наливаем вот сюда. Вот и мы в ракету нальем. Да, я сама буду наливать. Нет, Алиса, тебе детям нельзя уксус маленьким наливать. Уксус очень опасен, это тебе не пищевая. Так, пустовую ракету, установку вот сюда поставим. Фу, как ужасно. Ну, это же уксус. Полностью наливай. Так. Он пожарный капуток. Все, так, и давай. Давай, закручивай, я вот сюда налью. Закручивай. Ну, как
как будто бы желтый. Так. Так. Ну что, готовимся к запуску. Да. Это у нас будет первый запуск ракеты на космодроме Восточный, да? Да. У нас его должны были уже построить. Вот. И поскольку у нас настоящие ракеты еще там не готовы, мы будем запускать пробную ракету, тестовую. Да. Итак, так, подожди, давай попробуем. Алиса, маленько отклонись, да? Сейчас мы будем делать. Так, чтобы у нас ракета-то взлетела, чтобы было видно, да? Всем. Взлетит она, не взлетит, интересно у нас? Взлетит. Взлетит? Да. Так. Сейчас вот так вот. Все, нет, здесь. А, пробка вниз. Короче, первый блин комом. Делаем второй раз, да? Да. Так, первый блин у нас оказался комом. Какой что-то у нас, блин? У нас сопло выбило изнизу, снизу ракеты. А потом говорит, да? Что он смешной. Вот. Да. А сейчас будем делать вторую попытку. А, то да, есть это у нас было тестовое пробное испытание. Сейчас будем делать второе говорит, испытание. Максима ему еще даже. Так, давай, Егор, заново топливо насыпай. Это сухое топливо. Так, давай. Убираем дальше. Тут на несколько запусков у нас ракеты хватит. Насыпаем. Насыпаем. Так. Все. Так, ровненько сделаем. Давай сюда. Теперь... Все, ставь. Это вот инструкция, она же там была. Зачем она нам инструкция? Так, давай. Теперь 15 мл уксуса. Да. И наливаем вот сюда. Туда наливай сначала, и потом сюда перельем в ракету. Топливо заправим. Все, хватит. Так, давай, заправляем нашу ракету топливом. Топливо залили. Так, это убираем все. Отклоняемся. Так, ну что, и смотрим сейчас. Сейчас будем повторно запускать нашу ракету, да? Так, смотрим. Егор, отклонись чуть-чуть. Так. Не, нормально, садись, не бойся. Давай еще, прижми. Убери. На телевизор. Взлетела ракета наша. Ура! Эксперимент удался. Даже на тебя выбираю. В глаз не попало? Не попало в глаз? Еще раз! Давай, еще запускаем? Да, давай. Давайте, сейчас еще запустим. Так, нам понравилось, когда у нас второй раз ракета взлетела, да? Это был удачный запуск. Первый запуск с космодрома Восточный. Мы провели, так сказать, тестирование. Ну и Егору с Алисой захотелось еще раз запустить, потому что им понравилось, да, в космос ракету запускать. Ну да, давайте, заправляйте пыльку. Еще раз нашу ракету топливом. Еще раз. Там, я уже там поправил. Еще? Давай, да. Насыпай сухое топливо. Да, сейчас спину. Так. Давай, насыпаем. Так, чайную ложку. Давай чуть-чуть поменьше уже сейчас. Почему? Ну, потому что она у нас что-то аж вообще чуть ли не до неба взлетела. А мне понравилось. Ну, понравилось, делай, значит, так, насыпай. Ну, а что ты высыпал-то? Ну, слушайте. Давай, заправляем ракету. Давай, это убираем лишнее. Насыпаем. Ой, тут уже уксус. Давай, высыпай. Заправляем ракету нашу сухим топливом сначала. Ой, все. Все, это убираем. Так, теперь 15 мл заправляем ракету сюда. Так, это у нас получается химическая реакция проходит, то есть уксус вступает в реакцию с содой. Все, давай, закручивай, я наливаю топливо в ракету. Сейчас будет очень классно. Так. Сюда ставим. Убираешь? Да? Да. Готово. Так, готово. Вот сюда. Готово. Так, глазки закрываем. Так, как бы это нам сделать, чтобы она... Так. Второй раз ракета у нас взлетела. Но уже не так. Но первый раз это нам понравилось, да? Да. Первый раз вообще ракета круто взлетела. Да, зато много брызгов. Да.
Ну ладно, что, нам понравилось ракету в космос запускать? Да, я хочу. Ну, давайте мы уже потом будем это, уже не на видео. Потому что мы же уже показали, как второй раз у нас ракета очень хорошо взлетела. Давайте говорим ребяткам пока-пока. Пока-пока, пока-пока, подписывайтесь на наш канал, в гостях у Лисы Егора. И ставьте палец вверх за парящую ракету. Да. Ракета. Вам дали сердечко и цифру 3. Да, Алиса дарит вам сердечко и цифру 3. И кому понравился наш запуск ракеты, номер 2, который мы запускали второй раз, ставьте нам лайки и пишите комментарии. У нас тут еще уксус остался. Пока-пока. У нас тут еще уксус.